Свой день рождения Краснодар ждет выступление звезд российской эстрады в мэрии. Сегодня сообщили, что хедлайнерами праздника воскресенья на Театральной площади станет известная группа «Дискотека Авария». Ее концерт начнется в 9 вечера. Но отмечать день рождения город начнет еще в субботу. Все начнется с поднятия флага 24 сентября в 9 утра на Театральной площади. Там же выступят творческие коллективы. Одна из новинок этого года – парад домашних животных, который пройдет по Красной от мэрии до кинотеатра «Аврора». Есть сюрприз и для молодых меломанов. В трех городских парках пройдут праздничные программы, в которых примут участие ведущие популярных радиостанций. Концертными площадками станут все парки и скверы города. Красочная церемония пройдет и в Екатерининском сквере. А вечером в субботу на Театральной площади состоится шоу с использованием современных интерактивных технологий. На следующий день, в воскресенье, ближе к полудню, в городском саду пройдет семейный парад. Во всех парках и скверах продолжат работу тематические площадки. В 6 вечера на Театральной площади начнется концерт молодых творческих коллективов, который перерастет, напомню, в выступление российских звезд эстрады.